В эфире информационная программа «День города», в студии Алена Кукулева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Плавающие фонтаны, биоплато. Каким будет Рюминский пруд через 2 года? Год кино в Рязани. 7 дней жители города смогут бесплатно смотреть отечественные фильмы. Самое необходимое и обязательное – уроки безопасности от ГИБДД. Рязанское ВДНХ отныне будут держать в чистоте. Управление благоустройства администрации города совместно с 9 муниципальными предприятиями вышли на субботник для уборки территории торгового городка. Опиловка веток и кустарников и их утилизация с помощью спецтехники, уборка территории более простым и привычным инвентарем, покос травы. Это лишь часть работ, которые проходят сегодня. Бесспорно, чисто там, где не мусорят. Поэтому представители управления благоустройства в беседе с журналистами отметили, что сохранение достойного облика при вокзальной территории зависит от самих рязанцев. Стоит отметить, что в уборке торгового городка была оказана помощь сотрудникам молодежной администрации и волонтерами. Это часть города, определенного вида лицо города. По распоряжению главы администрации мы совместно с управлением транспорта, управлением благоустройства города, муниципальные предприятия, водоканал, РГРС, РМПТС, эколозащита, автоколон 310 и управление транспорта проводим здесь, может быть, не крайний субботник, потому что тут большой объем, постараемся все сделать, но в любом случае мы доведем эту территорию до дома. Первый этап – это уборка. Дело в том, что есть ряд причин. Мы убирали эту территорию с начала лета. Вот, но вы можете видеть, что за этот летний период какая ситуация сейчас. Опять халатное отношение граждан к порядку, к чистоте. Здесь сейчас уже не так много твердых бытовых отходов, которые валяются. Есть контейнерная площадка, на которую люди просто не могут дойти. Ну, будем организовывать, будем налаживать, как-то людям прививать порядок. В ближайшее время будет приведен в порядок еще один из центральных объектов города – Рюминский пруд. Последний раз его благоустраивали 40 лет назад. Теперь при поддержке правительства Рязанской области начнутся работы, которые продолжатся на протяжении 2 лет, так как здесь требуется комплексный подход. На Рюминском пруду побывала Анна Герцовская. Она знает о способах, которые будут применяться при реанимации водного объекта. Рюминский пруд имеет значительное ландшафтное, архитектурное и рекреационное значение для города, поскольку территориально он прилегает к Центральному парку культуры и отдыха. По этой причине его состояние может характеризовать общее экологическое состояние города. Последние работы по очистке водного объекта проводились еще при строительстве стадиона ЦСКА в 70-е годы. Поэтому в 2014 году губернатором было принято решение о том, что данному водному объекту нужно уделить значительное внимание. Здесь будет комплекс мер по экологической реабилитации водного пруда и капитальному ремонту гидротехнического сооружения, которым этот пруд образован. Сам пруд образован плотиной на реке Лыбедь. То есть мы с вами, в общем-то, стоим на реке Лыбедь, можно сказать так. Рюминский пруд – это чисто исторически сложившееся название. Проектная документация была разработана также в 2014 году Саратовским институтом. Уже тогда, после обследования территории объекта, было принято несколько значимых мероприятий по восстановлению логического состояния реки. Среди них расчистка донных отложений, береговой полосы от древесно-кустарниковой растительности и строительство фильтрующих сооружений на водопритоках. Их 3. Это сама река Лыбедь, каскад прудов, находящихся в районе Галинчинской улицы, и 3-й водоприток – это балка, которая находится на территории ЦПКО. Там строятся небольшие фильтрующие сооружения для того, чтобы поступающая в пруд вода стала чище. Само изъятие донных отложений, оно имеет, скажем так, щадящий характер. То есть это производится гидронамывом, здесь будет определенного рода механизм работать, и этот намыв будет идти не на открытую площадку, потому что, опять же, центр города, донные отложения, они имеют, как правило, не очень приятную влажную консистенцию, грязные, не очень
очень хорошо пахнут. То есть намыв идет в геотубы. Это специальные мешки, в которых и будут увозиться с этого объекта неприглядные и даже вредные донные отложения. По мнению представителей Минприроды, это технологически очень верное решение для центральной части города. Это позволит сохранить прилегающую к пруду территорию в достойном виде. Помимо этого, планируется укрепление береговой полосы биоматами, современными технологическими материалами, которые позволяют высадить травянистую растительность и закрепить откос для того, чтобы не было вторичного смыва загрязняющих веществ в пруд. Пройдет свою модернизацию и гидротехническое сооружение, которое образует Рюминский пруд. Сейчас, если говорить простыми словами, трубы засорены. Гидроузел на реке Лыбедь, образующий пруд, находится прямо на этом месте, перед стадионом ЦСКА. Его ремонтом займется администрация города. После этого появится возможность проведения мероприятий, необходимых для предотвращения заиления Рюминского пруда. Стартовал новый учебный год, школьники вновь возвращаются в ритм уроков и домашних заданий. Первоклашки радостно торопятся на первые в жизни уроки, ученики постарше и поопытнее не без грусти вспоминают прошедшие каникулы. В общем, все традиционно для первых дней сентября. Лучше всего себя чувствуют взрослые, у которых осень ассоциируется разве что лишь с похолоданием. Вот у них мы и решили спросить, что они помнят со школьной программы. В школе хорошо учились? Относительно. А помните, например, таблицу умножения? Ну, помню. Сколько будет 6 на 8? 48. Круто. А можете сказать по-английски Лондон, столица Великобритании? Я заканчивал историю английский факультет. Можете что-нибудь посложнее спросить. Ну, скажите что-нибудь по-английски, да, посложнее. Это вспоминать надо. Ну, школьную программу. Ну, давайте. Лондон is capital of Great Britain. Хорошо. My name is Павел. Отлично. А теорема Пифагора, например? Пифагору штаны во все стороны равны? Вы в школу ходите? Да, конечно, первый год. А вы сами хорошо в школе учились? Не очень. А школьную программу что-нибудь помните? Только первый класс тоже. Ну, например, таблица умножения. Это же... Конечно, помню. 6 и 6, 36. Отлично. 7 и 9. Ой, сколько там? 63. Да. Скажи, пожалуйста, где-нибудь учишься сейчас? Да. Где? В АПУ. А в школе хорошо учился? Более-менее. Школьную программу помнишь? Сейчас будет нормально, ну. Так. Столица Великобритании. Лондон. А теорема Пифагора, например? Можешь вспомнить? Квадрат гипотенузы, что-то там, сумма квадратов катетов, нет? Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Здорово. А, например, что-нибудь из химии? Нет, это вообще нет, это прям не мое. А скажите, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в школе хорошо учились? Старался. А что-нибудь из школьной программы сможете его так легко вспомнить? Что-нибудь это что? Ну, например, таблицу Менделеева? Таблицу Менделеева, да. Таблицу Менделеева не вспомню. А какое-нибудь литературное произведение, наизусть учили? Мцыри. Давайте что-нибудь процитируйте. Не могу. А там «Я вам пишу, чего же более». Тоже нет? Помню, конечно, Онегин это. Ага. Хорошо. А, например, теорема Пифагора. Это где все стороны равны? Хорошо, окей. Скажите, пожалуйста, вы в школе хорошо учились? Да. А школьную программу вспомните? Нет. Ну, например, таблицу умножения. 6, ну, конечно, 8. 48. Лондон is the capital of как? Никак. Не помните? Нет. А какой любимый предмет в школе был? Математика. А, например, какое-нибудь литературное произведение сможете вспомнить, процитировать? Наизусть учили что-то? Ну, учила, конечно, так сразу не вспомню. Я вам пишу, чего же более? Ну, вот только это, а две строчки. Что я еще могу сказать? Скажите, пожалуйста, вы в школе хорошо учились? Да. А какой любимый предмет у вас был? У меня? Даже сейчас и не вспомню. Все нравились. А из школьной программы что-нибудь вспомнить можете вот так прям легко? Стихотворение, что ли? Давайте стихотворение. Этого. Мцыри Лермонтова, да? Давайте, да. Хватит уже вам. А, например, я не знаю, теорема Пифагора сможете вспомнить? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета? Или как? В прямоугольном треугольнике. Ну да, пусть так будет. Ага. А, например, что-нибудь из области русского языка, какое-нибудь правило, которое больше всего в жизни пригождается? Правило? Запятые правильно ставить. Жиши. И точки. Жиши. Да, через «и». Да, и что там еще? Ну, сейчас можно вспоминать, но сразу не вспомнишь. Так, кое-что знаю. Вообще школьная программа пригождается в жизни? Однозначно. Ну, как же образование?
Всегда надо учиться. Урок безопасности для школьников провели сотрудники Рязанского ГИБДД совместно с военной автоинспекцией. Из-за трафика на дорогах города, который с каждым днем становится только опаснее, такие уроки являются необходимыми и обязательными, как и другие основные предметы. Работники ГИБДД поздравили первоклассников с началом учебы и провели для них первый урок правильного поведения на дороге. Для того, чтобы вы были заметны на проезжей части, мы сегодня с вами дарим вот такие вот, получаем подарки. Первоклассники с интересом слушали инспекторов и усвоили первые правила. Надо переходить дорогу на зеленый цвет, а на красный цвет нельзя переходить дорогу. А для учеников постарше работники автоинспекции приготовили настоящее представление. Правила дороги знайте, чтобы жить вам без проблем. И наглядно показали, где и как нужно переходить дорогу, как распознать пешеходный переход и как вести себя на проезжей части. Когда машина остановилась, можно переходить дорогу. А где нужно переходить дорогу? Там, где зебра и светофор. А мальчишек не оставил равнодушным патрульный автомобиль военной автоинспекции. Остановитесь, пожалуйста! Главная героиня представления и любимица всех детей Машенька из популярного мультфильма несколькими словами ответила на вопрос, почему надо знать правила дорожного движения. Потому что без них нельзя никак. В свою очередь инспектор ГИБДД дал несколько советов родителям, как привить ребенку чувство ответственности и исполнение правил дорожного движения. Правила дорожного движения, я считаю, что детям нужно объяснять с самого раннего возраста. Вот как только ребенка сажаете в машину, рассказывайте ему, для чего ему нужно кресло, рассказывайте ему, почему вы стоите на перекрестке, что горит запрещающий сигнал светофора. Когда с детьми переходите дорогу, обязательно нужно обращать его внимание на то, где вы это делаете и как это нужно делать. Потому что ребенок в процессе познавания мира также будет познавать и дорожную азбуку безопасности. За такой неформальной подачей материала скрывается важная вещь – безопасность ребенка на дороге. И регулярные встречи с работниками ГИБДД способствуют правильному поведению и исполнению детьми правил дорожного движения. Заметил ли рядовой рязанец, что живет в год кино? По всей стране и по всему городу проходят различные акции. Стоит только обратить на них внимание. Так, например, на протяжении всей следующей недели бесплатно будут показывать лучшие отечественные фильмы. Где можно будет их увидеть, расскажет Наталья Новикова. С 9 по 15 сентября в кинотеатре «5 звезд» в М5 Молл пройдет неделя российского кино. От телеканала ТВ-1000 «Русское кино» и рязанского оператора кабельного телевидения «Видикон». На большом экране можно будет посмотреть лучшие отечественные фильмы последних лет. 2016 год признан официально годом российского кино. И мы, компания «Видикон» и телеканал ТВ-1000 решили поддержать эту инициативу и предоставить рязанцам бесплатно посмотреть лучшие киноновинки отечественного кинопроката в кинотеатре 5 звезд М5 Молл. Всего в рамках недели на большом экране будет показано 7 фильмов. Один день, один фильм. Начнется все 9 сентября с картины «Иерей-сан. Исповедь самурая». Далее почитателям качественного российского кино будут представлены «Конец прекрасной эпохи», «Синдром Петрушки», «Кино про Алексеева», «Территория», «Раскопы», а завершится неделя 15 сентября кинолентой «Две женщины». Хочется отметить, что фильмы и программы «Неделя российского кино» заслужили не только внимание и любовь зрителей, но и признание профессионального сообщества. «Синдром Петрушки», например, получил приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму на Кинотавре 2015. «Конец прекрасной эпохи», «Золотой орел» 2015 за лучшую режиссерскую работу, лучшую мужскую роль второго плана и лучшую работу художника по костюмам. Естественно, гости мероприятия смогут не только посмотреть актуальное российское кино на большом экране, но и встретиться с создателями, режиссерами и актерами, которые будут представлять фильмы перед двумя первыми показами. Ну и, конечно, вход свободный. Для того, чтобы прекрасно провести вечер, требуется всего лишь прийти. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера.